Привет, ребята. С вами Макс, и сегодня я все-таки решил запилить очередной кривой видосик про то, как установить macOS 11 на Mac Pro 2008 года, то есть 3.1. Вот. Конечно же, это будет не баринейтманский, соответственно, способ. Попробуем сделать с помощью Big Mac Master. Все говорят, что не получается. Ну, там что-то получается, что-то нет, но в принципе в целом у меня получилась работоспособная система. С некоторыми огрехами, но она работала. Там надо было кое-что допилить, о чем я на Mac Rumors писал. Опять же, первый восторг у меня получился, что называется, после первой самой установки. Вот сейчас покажу, что у нас тут за конфиг. Это мой, один из моих, как говорится, ребят, который сейчас в данный момент стоит на продаже. Воспользуемся им, пока он еще не ушел. У нас здесь 2008, соответственно, 8 ядер по 2.8, 16 гиг 800 памяти, SSD на 120 гигов и 7950 прошитая в Mac Edition. Вот. Терабайтный диск, но диск использоваться не будет. Память. Ну, в целом-то ничего такого, все нормально. Итак, что нам нужно? Нам нужен будет скачанный Big Mac. Вот он. Ну, здесь я много чего скачал, интересно, что было. Вот. Нужна будет скачанная установщик macOS Big Sur 10.11. Точнее, 11.01. Вот, 10.16 называете. Ну, вот, дальше что. Открываем терминал. Пишем, ну, как я привык делать так. Так. Почему так? Сейчас у нас все, что все наши команды будут именно идти от root. Потому сюда тире и, то есть сюда dash y, не i, сорян. Так, теперь нам нужно перейти в папку с Big Mac'ом, Big Mac Master Patch, тот самый, вот, и сменить, написав cd, и перетащив сюда вот эту папочку, вот так, enter. Готово, мы перешли сюда. Дальше нам нужно сделать вот так, и мы увидим, что наш папочка находится, и пишем preinstall предварительно вот так сделав. Все, нажимаем, смотрим, что у нас здесь в RAM. Чек идет, вот должно быть вот такое значение. No compact check. Все с Каталина, то у вас она уже есть. Вот. В принципе, он здесь показывает, что здесь есть. Вот. Берем, соответственно, и нажимаем Enter. Так. Ну, все вроде окей у нас. Теперь что делаем? У меня уже отделен диск. Соответственно, под установку можно ставить на внешний диск, но я оставлю, просто откусил APFS-ский контейнер и ставлю его сюда. Ставить сюда. Окей. Теперь просто берем, запускаем установщик. Продолжить. Принять. Выбираем. Соответственно, вот этот раздел. Здесь у нас места нет. Ну, он, в принципе, ставится и на GUI Partition, и, соответственно, на PFS. Все. Вводим пароль для добавления хелпера. Ну, теперь ждем, пока установочка. Да, я скину ссылочки на, опять же, пачок Big Mac.
и там же скину, оставлю файле, где указано будет bootarg, lenvram. Если сложно повторить то, что на экране хаотично было указано, но вот можно будет там туда скопировать и вставить терминал. Но если у вас Каталина установлена методом Kotlin 91, то уже этот bootarg должен быть там быть железным. Мы сейчас чего ждем? Мы ждем, пока подойдет перезагрузка и пойдет уже установка в recovery режиме самого большого шубика, опять же. Да, и конечно, я забыл сказать о том, что вы должны убрать из системника вот эти два устройства. Это вот этот Bluetooth адаптер старенький. Вот этого надо убрать, потому что он вызывает скиску, перезагрузку постоянную. Это раз. И Wi-Fi, если у вас есть, тоже желательно удалить. Потом можете поставить после применения патча и прочего. Но лучше убрать. На Макромус ребята об этом потыкались. Многие, наверное, не поняли, что нужно именно брать, что это вот. И кто-то не понимает, что Bluetooth может быть после установки, что нужно что-то еще делать. Вот. Но так, пока мы ждем нашу перезагрузку.
дождались. Перезагружаемся. В принципе, все идет штатно для этого установщика. Мышки и USB не работают, ничего не работает. Просто будет идти установочка. Ну, в принципе, нам здесь уже мышка ни клава не нужна, потому что здесь просто будет идти копирование файлов. Какие-то операции, которые macOS делает сама без нашего участия. Ну все, он говорит, что ну, полчаса, на самом деле нужно больше будет ему, скорее всего. Вот. На этом, я думаю, что можно закончить эту часть. И встретимся в следующем видео, да, когда мы будем завершать уже установку. Я покажу, что нужно делать, чтобы наш Mac завелся, что называется, начал работать с помощью установщика именно. Пикамак мастер. Всем спасибо, с вами был Макс.